Здравствуйте. Продолжаем играть с сервисом 2. И это немного рельсовый уровень. Не обращайте внимания на здоровье, это все еще чистый старт. Кается вот эта платформа, пускаем туда ракету. И сзади тоже. Ну, только не одну, а какие-то три должно хватить. Далее прилетают Карлсоны. Мы их расстреливаем с помощью УЗИ. Обращайте внимание на стороны, потому что появляются танки. Местные жители нам дают иногда всякие плюшки, что очень мило. Здесь ничего особенного, большая часть уровня проходит вот на этой платформе. Движемся вперед и просто расстреливаем все, что враждебно. В какой-то момент платформа остановится и будут еще враги, разумеется. Да, вот сейчас приехать чувак, дать нам ракеты. Ну давай, не стесняйся. Так, вот где-то оттуда сейчас прилетит вертолет. И нас будут окружать Карлсоны. Далее. Так. От них избавимся. Потом на мосту появится танк. Которую я хочу бить как можно скорее. Я слишком много ракет трачу, если честно. Но ничего, ты должен справиться. Так, а, да, здесь должны появиться. Спасибо за аптечку. Здесь должны танки появиться еще. И ведьмы должны прилететь, насколько я помню. Против них, как обычно, прекрасно работает флажмоган. Далее вот пойдут красные чуваки. Так вот, пойдут красные чуваки с обеих сторон. Ау, у меня ракет нету. Ладно. Я думаю, плазмоганом будет тоже неплохо. Так, ну и мы подъезжаем к назначению, нас встретит пара ведьм. И также три танка. Я помню, вот один подъезжает уже. Отлично. Далее, когда мы купим сюда, начнется уже бой. Мы выстрелим эту платформу и пойдем сразу за супероном.
И просто будем дезинтегрировать все живое. Кроме наших маленьких помощников, конечно же. Вертолет и вроде бы пол. Они могут за себя постоять. Ну-ка, вы молодец. Я думаю, их можно оставить. Мы пока пойдем за вторым и последним секретом. Нас там будет ждать вот этот чувак, и здесь есть золото. Какое счастье. Но это не все. Этот рычажок позволит нам получить еще больше золота. Да? Ну и по сути это все. Нам нужно только завершить уровень, прыгнув вот здесь. И на этом все. Да, это было довольно коротко, но достаточно весело. Не самый креативный способ сделать уровень на самом деле, но по крайней мере постоянный экшен. В принципе, да, он довольно веселый. Однако следующий уровень прям хлещет креативом. Я надеюсь, вы знаете, о чем я. Но в любом случае, увидимся там. Спасибо за просмотр и всего доброго.